Актриса Александра Яковлева в передаче «Прямой эфир» Андрея Малахова сообщила, что врачи ошиблись с прогнозом о ходе ее болезни. Как передает ура.ру, медики давали ей не больше полугода жизни, однако с начала обнаружения болезни прошло уже около 3 лет. За успешную реабилитацию Яковлева благодарит близкого друга Дениса Гончарова, который порекомендовал актрисе поехать в больницу после того, как у нее внезапно отнялись ноги. «Я вообще не понимаю, что со мной было бы, если бы не Денис. Видимо, Бог послал мне его», — рассуждает Яковлева. Ранее сообщалось, что жена Невзорова расплатилась с его умирающей от рака экс-супругой.